Ресторан туристического приюта «Беловодье» славен тем, что здесь подают замечательные халюжики. Халюжики – это национальное адыгейское блюдо. И если вы здесь побываете, обязательно его попробуйте. Это просто прелесть. Но вместе с тем, с халюжиками, этот ресторан славен тем, что здесь можно под треск дров в настоящем камине побеседовать о вечном. А вот вечного здесь, как и во всей земле Хаджок, здесь, видимо, невидимо. Уже несколько лет любителей всего непознанного поражает вот этот череп. Эта находка была сделана неподалеку от туристического приюта «Беловодье». Что это за животное, до сих пор не может определить никто. Над этим черепом ломали голову сотрудники разных научных заведений, разных научных направлений. Но никто не смог сказать, почему у этого черепа нет нижней челюсти. Почему клыки у него растут вот в этих местах. В конце концов, как этот череп прикреплялся к остальному скелету непознанного животного? Что это? Кто это? Некоторые говорят, а да, это череп какого-то травоядного. Это может быть какая-то мутация. Давайте сравним. Вот это череп травоядного животного. Это череп горного козла. Обратите внимание, как у него расположены глаза. Глаза расположены по бокам. Точно так же смотрит и корова, и лошадь. Сравним с нашим черепом. А у нашего черепа взгляд прямой. Это прямоглядящее животное. Что-либо рассказать еще об этом, честно говоря, я не могу. Может быть, вам это удастся, когда вы побываете здесь. Может быть, вас посетит какая-то идея, и вы сможете сделать настоящий переворот в науке. Желаю удачи!